Друзья, я был на выставке в экспоцентре про садоводческую тематику. Единственное, что мне там приглянулось, конечно же, гигантские тыквы. Какие они все-таки большие. Не моя. А с другой стороны, и не такие большие. Поэтому что-то мне вот эта вот тема гигантских тыков интересна. Я начал ее как-то пытаться изучить немножко, почитать. Ну, то, что я про тыквы немножко уже читал, это я уже говорил о том, что они у меня растут обычные, как бы нормально, там 30 кило, это вообще без проблем вырастить. Мой рекорд 132 килограмма. Это атлантический гигант был на куче, которая вот здесь рядышком была раньше. И в этом году я решил все-таки не откладывать это на потом, а на найти семена гигантских тыков, почитать, как их выращивают другие люди в России, какие рекорды, какие что. Нашел очень интересную группу энтузиасты в WhatsApp, после чего познакомился там, списался с некоторыми людьми. Очень меня поразило вот это вот, посмотрите, но это просто, ну как не вырастить такую тыкву? Это же просто бомбически выглядит. Согласна со мной? Поэтому решил я повыращивать тыкву. И чтобы выращивать большую тыкву огромную, необходима площадь. И в нашем регионе, конечно, желательно быть теплица. Но отдать теплицу под выращивание тыквы я пока не готов. Поэтому выделю под нее вот этот вот участочек. Здесь примерно где-то сотки две. На такую площадь можно уместить нормально два растения. Всего лишь два растения. То есть, чтобы вырастить гигантскую тыкву, нужна гигантская площадь. Либо, как некоторые копают, гигантская яма. Яму я копать не хочу. Площадь у меня здесь удобренная. Единственная, она заросшая пырей. Возможно, в следующем году я ее, конечно, просею. Но в этом году я решил просто ее перепахать мотоблоком с контролем кислотности, с внесением извести, возможно, и внесением минерального удобрения на всю площадь согласно инструкции. Поэтому в следующем ролике я вам расскажу, как, что я делаю, почему, что любит тыква, на мой взгляд, что любит тыква, на взгляд тех тыквоводов, тыквоведов, которые ее выращивают в гигантских размерах. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Дорогие друзья, спасибо, что вы досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайк, если оно было полезно и интересно. До свидания, друзья. Хорошего вам урожая.